Журналисты БН приехали в Адмиралтейский район и осмотрели 4 новостройки. 3 возле метро Фрунзенская и 1 возле Балтийской. Особенно нас впечатлило то, что мы увидели на территории бывшего завода «Петмол». Еще 1,5 года здесь не было ничего, а сейчас возвышается 10 корпусов высотой от 12 до 19 этажей. На все свои 19 этажей возвышается, к примеру, корпус первой очереди ЖК «Времена года» от компании «Петрополь». Сдать его должны к декабре, но строителям явно придется поторопиться, так как недоделок мы заметили довольно много. На остальных 3 корпусах продолжаются монолитные работы на уровне 7-10 этажей, но и сдать их застройщик собирается лишь через год с лишним. Квадратный метр здесь стоит от 105 тысяч рублей. Срок сдачи первого корпуса этого жилого комплекса указан в проектной декларации в довольно обтекаемой форме. Это может произойти в любой момент, начиная с 4 квартала 2014 года и до 4 квартала 2015 года. Остальные 3 корпуса планируется сдать в первом квартале 2016 года. Разрешение на строительство действует до конца марта 2016 года, а реализуют квартиры в соответствии с 214 федеральным законом. Жилой комплекс «Новомосковский» от компании «Юит» начал возводиться самым первым, еще осенью 2012 года. А потому неудивительно, что 2 корпуса первой очереди уже практически готовы, и сдать их ближайшей осенью, видимо, не составит особого труда. На доме второй очереди уже начались фасадные работы, и идут они довольно активно, во всяком случае в жилой силе недостатка нет. Квадрат, правда, с чистовой отделкой, в этом объекте стоит довольно дорого, не менее 132 тысяч рублей. 2 корпуса первой очереди этого жилого комплекса планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Разрешение на их строительство, выданное 2 года назад, действует до 10 января 2015 года. Вот в эксплуатации второй очереди, это корпус номер 3, намечен на октябрь будущего года. Разрешение на его строительство действует до февраля 2016. Продажи квартир ведутся в соответствии с 214 федеральным законом по договору долевого участия. Жилой комплекс «Топиола» от компании «Лименкянин» находится поблизости от обводного канала и возводиться начал лишь год назад. Но высота дома сравнительно небольшая, так что 4 секции первой очереди уже находятся в высокой степени готовности. Остальные 8 сдадут лишь в будущем году, и здесь еще продолжаются монолитные работы. Квадратный метр с отделкой под чистовую обойдется минимум в 120 тысяч рублей. Строить этот дом начали чуть более года назад. Разрешение на строительство выдано до 7 октября 2016 года. В первую очередь планируется сдать в конце нынешнего 2014 года, а вторую – до конца года будущего. Продажи ведутся в рамках 214 федерального закона. Жилой комплекс «Панорама 360» от главстроя СПБ находится в стороне от 3 предыдущих объектов, рядом с Балтийским вокзалом. Все 4 корпуса уже практически готовы, в них заканчивается отделка места общего пользования, так что сдать дома до конца года, очевидно, будет несложно. Квадрат без отделки стоит от 76 тысяч рублей. Все 4 корпуса этого жилого комплекса предполагается ввести в эксплуатацию в 4 квартале нынешнего 2014 года. Разрешение на строительство на данный момент продлено до 5 апреля 2015 года. Продажи квартир также ведутся в соответствии с 214 федеральным законом по договорам долевого участия. У всех проектов в Адмиралтейском районе хорошая транспортная доступность и нет особых проблем с социальной инфраструктурой. Единственное, что может доставить неудобства будущим жителям, это плохая экология окрестностей обводного канала. В основном она связана с гигантским потоком большегрузных машин. Павел Генев и Роман Рожков, БНТВ.